Привет! Бирюкюин вновь приветствует вас. Вот и подошла к концу первая конкурсная неделя. И наши 11 участников исполнили первые две конкурсные песни. На протяжении этой недели, дорогие телезрители, вы уже отдали свои голоса. Мы благодарим всех телезрителей, кто принял активное участие в голосованиях. Ведь именно ваш голос важен для каждого участника. Ну а мы напоминаем, что голосование наше продлится до 15 февраля 2018 года. А теперь, дорогие друзья, самый долгожданный момент подведения итогов первой конкурсной недели. Всего в голосовании приняло участие около 1300 телезрителей из 38 регионов. А это значит, Бирюкюин смотрят и интересуются конкурсом не только регионы-участники, но и жители других регионов. Итак, смотрим итоги первой недели. Сайдаш Мангуш, Республика Тыва, 302 голоса. Дулма Сунрапова, Республика Бурятия, 151 голос. Вероника Пинеслу, Чувашская Республика, 75 голосов. Гузель Муратова, Республика Крым, 156 голосов. Мерген Тельденов, Республика Алтай, 395 голосов. Анна Гергольгергана, Чукотский автономный округ, 199 голосов. Иван Белослуцев, Удмуртская Республика, 18 голосов. Айдар Сулейман, Республика Татарстан, 41 голос. Альфия Нигматулина, Республика Башкортостан, 14 голосов. Екатерина Салендер, Ямало-Ненецкий автономный округ, 151 голос. Айсен Амосов, Республика Саха-Якутия, 335 голосов. Напоминаем о том, что призовой фонд конкурса 1 600 000 рублей. Ну а победителей определит компетентное жюри, а также смс-голосование. Ну а сегодня мы представляем пятерку лидеров первой конкурсной недели. Коля, я думаю, многие телезрители просто сидят и ждут этого момента у экранов своих телевизоров. Ну а сами участники переживают, ведь это первые итоги смс-голосования. Итак, на пятой строчке участница под номером 4, Гюзель Муратова, Республика Крым. Она набрала 156 голосов.
А на четвертом месте участник под номером 6 Анна Гыргольгыргына, Чукотский автономный округ. За нее отдали свои голоса 199. Тройку лидеров на этой неделе участник под номером 1 Сайдаш Мангуш, Республика Тыва. Он набрал 302 голоса. Oh.
На втором месте, по мнению наших телезрителей, участник под номером 11 Айсен Амосов из республики Саха-Якутия. За него отдали 335 голосов.
Ну и самый долгожданный момент этой недели. Кто же занял первую строчку? Кто получил больше всех голосов на этой неделе? Итак, на первой строчке сегодня находится участник под номером 5. Это представитель Республики Алтай Мерген Тельденов с результатом 395 голосов. Вот и подошел наш сегодняшний итоговый эфир. Мы от всего сердца поздравляем пятерку лидеров. Но это еще не финал, ведь впереди еще 3 конкурсные недели. И вы, дорогие телезрители, можете изменить ход событий. Для этого вам нужно всего лишь отправить смс-сообщение на короткий номер 5577, указав кодовое слово «шоу», пробел и номер участника. Ну что же, дорогие друзья, отныне вы тоже можете поучаствовать в судьбе каждого любимого участника. Ну, а на этом у нас все. До новых встреч. Пока-пока. Участник под номером 1 – Сайдаш Мангуш, Республика Тыва. Участник под номером 2 – Дулма Сунрапова, Республика Бурятия. Участник под номером 3 – Вероника Пенеслу, Чувашская Республика. Участник под номером 4 – Гюзель Муратова, Республика Крым. Участник под номером 5 – Мерген Тельденов, Республика Алтай. Участник под номером 6 – Анна Гыргольгыргына, Чукотский автономный округ. Участник под номером 7 – Иван Белослуцев, Удмуртская Республика. Участник под номером 8 – Айдар Сулейман, Республика Татарстан.
Участник под номером 9 – Альфия Нигматуллина, Республика Башкортостан. Участник под номером 10 – Екатерина Салендер, Ямало-Ненецкий, автономный округ. Участник под номером 11 – Айсен Амосов, Республика Саха-Якутия.